который ведет их в плей-офф. Но здесь уже к третьему, к матчу третье место. Мишень мы не видим на паркете. Ну, начинается атака. Маверикс. КБ пока разгоняются. Аникин под кольцом. У него не получилось красиво исполнить. Аникин, в принципе, игрок, про которого можно сказать пижон. И здесь справа бросок с трехи. Ну да, in your face. In your face не прошло. Промахивается сейчас Морозов, Антон, бросок. Абрамов пока единственный игрок, который забил в составе КБ. Проход под кольцо. Здесь не получается исполнить, но Михеев подбор. Да-да-да-да-да. Уже даже привычная какая-то ситуация. Абрамов передачу делает, Аверин. Ларичев теперь сам три попробует. Забивает три Ларичев. Мимо. Аникин начинает с промахов. Это не лучший знак. Под кольцом Ушаков забил в этот раз 11-7 в пользу КБ. И посмотрим, сможет ли Даллас сейчас стать медалистом. Извиняюсь, сегодня команды борются за то, чтобы стать все-таки медалистами в этом розыгрыше. Это важно. Аникин 3. Аникин! Дача под кольцо. Под кольцом небольшая пауза получилась. Нужно было искать, кому дать. Аверин. Аверин, передача под кольцо. Проходит идеально. Вот 13-12. Разница совсем небольшая. Ну а что мы ожидали? Команды, конечно же, борются. Бросок есть, Михеев. Чем фактором Панфилов как-то излишне, возможно, улыбчив пока. Потому что можно поплатиться за слишком хорошее настроение. Но сейчас Панфилов не вальяжен. Он вполне хорошо настроен. Аникин, передача в угол. Морозов из угла на Пахом выдает. Пахомов! Бондарев, наверное, весит достаточно много. Панфилов. Бондарев все-таки здесь, скорее всего, большой по составу. Хотя у КБ, в принципе, говорит мне... Главная игра. Появляется Кущенко на паркете в составе Далласа. Демченко забивает. Вот как раз пас, какой хороший проход. Но атака немного тормозится. И Кущенко. Кущенко чуть-чуть сейчас сам мяч не потерял. Кущенко проход под кольцо. И есть два. Степбэк 3. Ничего себе, кажется, Аверин в себя поверил. Как бы это в ритму не звучало. Михеев сверху. Баба! Лукава против Панфилова. Лукава борется мимо. Аникин. Аникин, бросок. Мишенин. Пас Шахметова. Вадим проходит. И там просто проходной двор. И Михеев делает передачу на Лукаву. Лукава передача на Кущенко. Кущенко под кольцо. Пахомов. Пахомова сейчас Абрамов чуть не обокрал. Крайне сложных бросков, которые в таком матче совершать, возможно, в принципе, не стоит. Стоит искать лучше. И Кущенко, вот Кущенко бросает сложно. Когда такие блестящие, блестящий макияж у девушек Далласа, это Аникин и Кущенко. И они могут сегодня много красоты показать. И проход есть два. Мишенин наконец-то врывается в игру. Мы ждали Мишенина. Первые его два очка. Кущенко. Есть тоже два. Кущенко в таких моментах. Кущенко. Аникин тоже его, конечно, умеет показывать. И опять же, хочется говорить о яркости этих двух игроков. Мишенин мимо. КБ, конечно, более команда работяг. КБ попадает. Сейчас Новикова и... Еще под номером 69 игрок. Это Бондарев Сергей. Под кольцом. Простые два. Михеев. Передача. Под кольцо на Лукаво. Лукаво борется. Лукаво. And one. Показывает судьям. Конечно, красота несусветная. Это то, какие будут награды у команд сегодня. Но мы пока про это не будем. Но махивается Мишенин. Морозов передача от этого Михеева. И Михеев кроссовер против Панфилова. Панфилов просто уходит на Лукаву. Четвертое место. Ну, посмотрим, может быть, еще ответят. Эта команда, конечно, сюрприз. Нельзя говорить про них так точно, но Пахомов, ну, как подключить не получилось. Аникин. Аникин сильный удар делает. К показам. Девченко под...
Микеев против Ушакова. И Аникин бросает передачу Микеева. Мяч ударяется в дальнюю дужку. То есть, ну, все точно хватает немножко сейчас. Камера поехала, я ее поправлю. Мишенин 2 очка. Морозов. Морозов бросает 3 мимо Лукава. Сам спокойно подбирает. Девченко, ну, просто... Сейчас подводят отсутствие габаритов КБ. Мишенин, передача, бросок Абрамова. Один из немногих промахов Микеева из-под кольца. Почему именно в этот момент, обидно. Микеев, Мишенин падает, но Микеев за собой подбирает и добивает 2 очка. Евгений Яшин может начинать праздновать его, потому что команда выглядит заряжена. Не хочется сгладить, но просто сейчас Мишенин 2 очка. Просто дождь так вмазал со всей силы по мячу. Ну, там и по рукам задел, поэтому и фол. Морозов под кольцо, 2 очка. Видите, Мишенин перехват. Не получается у Далласа сейчас реализовывать свои хорошие защитные действия. Бросок Абрамова со средней завы. Ну, сейчас Морозов с мячом. Морозов сам под кольцо. Не будет 2 очков, да и фола не будет. Аникин мяч подбирает. Бросок есть! Аникин своего сокомандника по Гаттерс в Ресте забивает с середины Кузина Limitless 3. Панфилов сам. Панфилов сам зарядил. Всего 4 очка. Сейчас мяч перехватывают. В атаку удалось выйти, не сумел. Аверин, передача. Абрамов бросает 3. Быстрый релиз, 3 есть. Абрамов, конечно, да, на уровне сегодня, а может и надо ему еще бросать. Лукаво на Пахомова, Пахомова, бабах. Передача на Пахомова, Пахомов против Аверина, конечно, потолкаться может, но Аверин готов собирать чардж. Не собирает, Панфилов поднялся, вводит. Мишенин пас отдает, здесь Аверин, Панфилов бросок не будет и будет уже бросок. Микеева, Микеев ищет, кому бы дать пас, но его тут накрывают, прессинг очень высокий, Лукава под кольцом, есть 2 очка. Ну, можно сказать, что еще Морозов хорошо проводит матч, Пахомов. Вообще вся команда Далласа, команда КБ сегодня настроена, и уровень очень высокий. Вентилятором нас здесь на статистике. Ну, конечно, у него не очень получилось, потому что дует он все-таки в сторону стороны... Со стороны, собственно, паркета уже игрового пространства воспользоваться им. Работают, не теряют момент. Михеев бросок с трехи мимо. Подбор забирает Лукава. Ставить немного для уверенности полезно. Аверин передачу делает в угол. В углу кто это? Абрамов. Немного нам фотограф. Их Морозов 3 мимо. Побор Панфилов. Артем Панфилов может сейчас протащить. Аверин передачу делает. Абрамов еще один бросок. Есть! Пользу Далласа. Сейчас ловят на Лукаву на показе, но не смог забить сам. И есть очки от Морозова. В принципе, уже пробилось, но мимо. 18-й. А, нет, подожди, 15-й, кажется. Я могу ошибиться. Передача на Демченко. Извините, здесь в суете. Было видно, что не забил. А вот кто бросал из... О, Кущенко еще каких-то моментов. Сейчас 3 мимо. Подбор не получилось забрать. Яшин забирает. Передача на Аникина делает. Аникин сам пойдет. Какие 2 шага. Панфилов. И на открытом пространстве. Но сами друг с другом поборолись. Из этого не получилось ничего. Кущенко на Лукаву. Лукава 3 бросит. Но не пойдет. Пахом подбор есть. Смотрите, это блокшоты. Пока никто не душит игру. Бегают, забивают. За это, конечно, респект. Такую красоту приятно видеть. Ой-ой-ой, здесь Кущенко. У нас камера немного поехала. Приношу извинения. Ну вот, вроде бы мы остановились. И атака КБ. Это от забросков Кущенко даже камера трясется. Но вот сейчас КБ 5 за этот матч. Кажется, еще немного соберет, но вряд ли 10 это будет. Панфилов не забивает сейчас. Панфилов, но Новиков! Подбор в атаке. Конечно, сейчас, когда так лодыжки едут, ну это вот прям... Это надо забивать, чтобы был хайлайт красивый. Ну здесь... Ой, Абрамов. Абрамов очень легко разрывает это. Ее опять передача не прошла. Аверин.
Аникин чуть не выпалился сейчас из игры. В принципе, Панфилов 2 очка. Мимо. Подбор Панфилов. Забирает Панфилов. Работает сейчас. Но потеря сразу же. Кущенко. Остановочка. 2 очка. Остановочка. 2 очка. Никита Кущенко. Перехват. Никита. Еще 2. Панфилов пока вот что ты подсаживаешься-то. Кущенко вообще молодец. Сейчас вернул команде лидерство серьезное. Мимо. Абрамов. Никита Кущенко сейчас в огне, на самом деле, очень много на себя берет, много забивает. Мишенин, проход под кольцо. Так и дался. Морозов. Михеев. Пас на Пахомова под кольцо. Ларич не смог заблокировать. Бросок Пахомова. 3 мимо. КБ. Атака. Сейчас начинается последняя половина четвертой четверти. Похуй, под кольцо Панфилов. Забивает 2 очка. И атака дался в ответ. Демченко, очень красивый пас на Морозова. Морозов 2 очка. Чьи импакта вносит. Забивает еще 2 очка. Абрамов, передача на Мишенина. Мишенин 2 очка. У него есть 2 шага, которые могут добавлять сейчас очки. Клатчи, Аникин. Есть! 4 минуты 30 секунд играть. Бросок Абрамова. Мимо. Мишенин. Проход под кольцо. Передача в этот раз прошла. И Панфилов забивает. Чего появляется Новиков. И есть возможность у КБ вернуться. Мы ждем камбэка. Полшот получается сейчас. Мишенин ждет заслон. Останавливается. Бросает и забивает Мишенин. И возвращается. Морозов, передача плохая. Откровенно плохая передача. Абрамов на Новикова. 2. Кто здесь на самом деле это герой, злодей? Может быть, все это время какой-нибудь герой Даллас, который все это время выиграл. Который все это время выиграл, оказывается антигероем, который должен проиграть для сюжета. Но забивает сейчас в атаке Михеев. Проход Мишенина. 2 очка будет в ответ. Конечно же, ожидаем. Михеев на Лукаву. Лукава сам пойдет. 2 шага под кольцом. Лукава проталкивает. Аверин против него. Кущенко. Мишенин. Передача. И бросок с 45. Абрамов! Абрамов! Что? Против него Панфилов. Бросок. Бросок Аникина мимо в этот раз. 2 очка лидерства всего лишь. Лукава. Не знаю, я не ожидал такого, конечно, от КБ, но КБ удивляет. Панфилов, проход под кольцо, остановочка, 2 очка, будет играть, Аникин. Аникин. Аникин, передача на Морозова, Морозов сам пойдет, 2 очка.